Я думал, что нам тоже, как вот и вам, когда занимался, говорили, что это признак нетренированности, слабости, что если ты пьешь, это что-то там вымывает, я не помню что, но вымывает силы, как бы, и выносливость снижается, честно говоря. Ну, и поэтому, а я всегда хотел пить, как бы, и всегда пил, в общем-то, за этим следил, и врачи, как бы, говорили. Я думал, кровь густеет и так далее, пугали, то есть другая страшилка врачебная, как бы, что если ты не пьешь, кровь сгущается там и мало ли чего. Вот. Ну а здесь, пообщавшись с тренерами, они наоборот говорят, что это другая сейчас уже как пришла. Да, тенденция, практика сложилась такая, что пить надо. И мне это наоборот как бы порадовало, что о, то есть мне не надо себя ломать, я как пил, то есть можно еще больше пить. Как бы. И, в общем-то, я считаю, что ну, мне это не вредит, но я думаю, что большинству, наверное, тоже, потому что тяжеловато. Смотря, опять же, какие тренировки, вот на ММА много уходит воды, как бы влаги, вот, потому что такие интенсивные тренировки, и попить надо, надо здесь, никуда от этого не денешься. Где-то литр, литр полтора я где-то пью, вот. Ну, а иначе просто не успеваю. То есть здесь нет такого, знаете, как вот, если кто занимается бодибилдингом, там подход, отдых есть, да? Uh-huh. Здесь тренировки построены в основном на почти беспрерывном таком тренинге. То есть ты сделал, то есть у тебя отдых, это, например, прыжки со скакалкой, а в промежутках отожался, это разминка. Потом тут же спарринги, спарринг, не успеваешь там перчатки сбросить, надеть нельзя. Поэтому вот что успеваю литр выпить, да. А так думаю, что если бы ходил бы и было время, я бы два, наверное, приходовал, да. За питанием приходится следить, потому что, ну, практика показала, опять же, моя личная, что если, как бы, есть что-то позволяете лишнего, как обычно, да, там, тортик, что-нибудь такое, даже блин, даже такое вроде как невинное, блины какое-то там, мясо, то, ну, на тренировке становится тяжеловато, потому что, видимо, как у меня тренер спрашивает, как твоя печень, как бы, вот. То есть, если что-то жирное поел, то тяжело тренироваться, и поэтому в силу того, что если хочешь добиться какого-то результата, то, конечно, за питанием я стал больше следить. Меньше есть жирного, жареного, как бы, вот таких сладкого, ну, печен. Типичные, все об этом говорят, кстати, это как бы очевидность, но самое тяжелое, как именно вы за этим следите, да. Получается ли, да, получается, ну, не всегда, но стараюсь. Всегда хочется чуть сладкого съесть, после тренировки съедаю, а потом два дня сижу, как бы, это, да, ничего не делаю, да. Без цели, как бы, интересно, не очень интересно, то есть, ну, вот, у нас внутренний там спарринг есть, то есть у нас все тренировки соревновательно проходят, то есть даже разминка, то есть если пробежаться быстрее, там, больше скакалки покрутить, то есть даже самим собой, мне интересно даже побивать больше свои рекорды, например, тренер мне говорит, ты за 10 минут там прыгнул столько-то прыжков на скакалке, сейчас надо столько-то, ты простоял 6 раундов по 2 минуты, давай 8, и как бы вот это мотивирует, что я становлюсь сильнее, как бы, и все время, как бы, свои результаты улучшаю. Вот такая цель есть, каждый раз побивать свои какие-то рекорды, то есть, которые я сам себе ставлю, да.